И последняя информация к этому часу. В Семее прошла церемония вручения дипломов выпускникам Алихан Бөкейхан Университета, факультета информационных технологий и экономики по 10 образовательным программам. Подробнее об этом смотрите в предстоящем сюжете. На центральном Арбате города Семей прошла церемония вручения дипломов выпускникам Алихан Бөкейхан Университета, факультета информационных технологий и экономики по 10 образовательным программам. В мероприятии приняли участие социальные партнеры, руководители и представители предприятий. Вчера мы вручали дипломы юридическому факультету. На юридическом факультете есть две разные специальности. Из этих двух специальностей, из 230 человек, 30-40% уже приглашены на работу. Сегодня вручаем дипломы выпускникам факультета ИТФ. В нем есть 7-8 специальностей. На них также много запросов. Я хочу сказать всем родителям, то, что вы дали возможность вашим детям обучаться на протяжении 4 лет. Это инвестиции в вашего ребенка. За 4 года на наших глазах вы стали уже совсем большими гражданами. В стенах этого университета вы получили образование. Желаю вам, чтобы эти знания помогли вам в дальнейшем для осуществления поставленных перед вами целей. Торжественное вручение дипломов выпускникам Алихан Бөкейхан Университета проводится в 23-й раз. На мероприятии присутствовали родные и близкие и, конечно же, родители выпускников. Преподаватели университета выразили им свою благодарность. Здесь сидят родители выпускников. Благодаря вам ваши дети получили хорошее образование. Они выбрали хорошую профессию, закончили хороший университет, известный во всем Казахстане. Поэтому я благодарю вас за это и склоняю перед вами голову. Я приехал из другого города. Высшее учебное заведение Алихан Бөкейхан Университета дало мне качественное образование. Здесь у меня было много новых знакомств. Я нашел много новых друзей в этом учебном заведении. Благодаря учебе я добился многих успехов, принимал участие и в активной жизни университета, ездил и в другие города, знакомился с молодежью других учебных заведений других регионов. Хочу выразить огромную благодарность этому учебному заведению. После церемонии вручения выпускники выразили слова благодарности руководству университета, своим преподавателям и сокурсникам, а также поделились своими увлекательными историями, впечатлениями и полезными советами для будущих студентов университета. Ярослав Дюсенбеков, Бекарыс Секен, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».